Вот сегодня понедельник у нас. Понедельник, 18 января. А то у меня дикари в избе живут, голуби. Как у нас статья большая в «Алтайской правде» была с разворотом, что у злого человека голуби не водятся. А у меня три голубятни, да и в избе одна еще. То есть собаки все могут водиться, а голуби не водятся. И я никогда раньше об этом не думал, а теперь вижу, в самом деле. Даже заключение, да, в тюрьме голубей держат. И такой человек, который попал, вот у нее маленькие-маленькие голубятки только. Вот, и вот она уже, видите, уже опять начинает целоваться. То есть ясное дело, что вот-вот она в роддом пойдет. Вот они рядом. Это у них тут гнездовье. Она сейчас туда пойдет и ищет. А тут на три отделения такая миска. Там скорлупу надавил им. Яичную надо ей формировать свои яйца. Там же всякие гречку какая-то. Что-то у меня было в гороховой смеси. Песок, глина, соль. Там немножко как бы от извести штукатурка. Это все едят. Прямо едят по-настоящему. Это им необходимо. Создать нужно полноценный рацион. И они кормят ребятишек своих. Вот они. А тут на расстоянии от меня меньше метра они находятся. Я тут не приближаю ничего. Ну, несколько, можно сказать, 60 сантиметров или как. Вот. Все время держал породистых. А породистые на крыше у меня. А это посмотреть, как будут поправляться с болезнью. Тут держал больных, а от них-то вирус какой-то остался. Вертлячка, самая опасная болезнь для голубей. А им даже нужды нету никакой. Они настоящие. У меня в лагере, я начальник детского лагеря, дети были разных национальностей. Немцы, казахи, греки, евреи. Самые здоровые цыганские дети. Но недостаток один. Работать не хотят и все время воруют. Но у меня такие уже условия, что это трудно было. Наконец перекрыли. И она спала, девочка одна, со старшей воспитательницей Натальей. А Наталья говорит: а почему ты у меня деньги не своровала? У нас же деньги-то открыты. А я видела, что ты их каждый день считаешь. А девчонка-то лет 6 примерно. Ну, я говорю: смотри, если воровать будешь, большой плакат такой сделаем, и ты будешь сидеть не работать. Ну, стружка там от дерева, щепа, куча целая. На ней будешь сидеть, не работать. И в руках держать надпись: я-воровка. Я воровка. Ну, и она даже ноль внимания на это. Ну, пришлось дать ей. И что интересно, перестала воровать. Вот все время ворует. А пацаненок, тот своровал даже и гребелку, и спрятал крысиную норку. Я говорю: а зачем это? Сестренке подарить хотел. Но никогда не болеют. Вот даже наши простынут ребятишки, маленько посопливятся, а эти нет. На турнике она молодец, и все время такая, как налитая. Как говорят, груздочек-боровик. Цыгане. У нас бывают и баптисты, пятидесятники, православные в лагере детском. Никого не принуждаем ни к чему. Но уезжают все православные. То есть они видят. Видят и ощущают это все. Вот они. Что она там ест? Что-то я им там дал. А гнездо вот оно где. Ой, Володенька. Возьми-ка аппаратуру. Я не могу левой рукой, у меня сегодня воспалилось. Плечо не воспалилось, а внутреннее какое-то. Подожди-ка. Вот это вот. Она у меня выверчена, когда меня пытали там это, применяли насилие. А потом в морозилке 13 дней держали. И вот оно, чуть-чуть, я не могу ни одеться, ничего, плечо. Но как вспомню Сергея Козлова, как внутри у него трубочки, да моя любая боль, там оторвала палец где-то что-то, ничто в сравнении с ним. И он все это терпит. Помоги, Господи, ему перетерпеть до конца. Я даже вообразить не могу, как бы это было. Я сегодня не могу ни одеться, ничего. Но это нигде не видно. У меня кожа вся целая. Вот святой водой помазал, больше ничего нету. Вчера было жарко, я взял, разделался, давной майки-то. И на коленочках стояла вот здесь вот перед компьютером. Здесь вот. И не заметил, видимо, от пола тянуло. И сразу воспалилось. Позвонил Виктору, говорит: а что такое? Он: надо смотреть. Не ври. Я говорю: ну, значит, правильно. Чтобы я ничего не говорил, не ври. Я оставлю целиком. Вот они где. Ну, ты смотри, на каком уровне я с ними рядом.
ворота никакие у меня. Вот они какие. Это вот ну, совсем махонькие. Видите, какие большие. Это уже ладонь занимает. А что с ними будете делать? Ручными сделаем. Вот они. Глазки у них, видать. Ушки какие. Вот они. Видишь, какие? Прямо уже большие. Они их кормят хорошо. Пища полноценная. Они переваривают и молочком изо рта в рот дают. Эх, какие здоровенькие это. Не то, что там от породистых бывает клюв маленький, он не может за клюв взять. Это большой клюв, то есть приспособленный. И они уже человека не боятся. Вот они рядышком. Я ваш хозяин. Так что давайте, готовьтесь. Учить будем скоро. Ой. Но я потом буду вытаскивать их на пол. И родители тут с ними будут ближе. Вот она идет. Прямо головой меня заливает. Он до лубятни моей подлетает этот, и чтоб тут задействовался, оправился. Ой. Даже вот кланяться, крестное знамение делаю, вот так вот перекреститься и вот сюда вот задевать больно, как будто молотком кто бьет. Ну какая-то боль-то? Никакая совсем. Тут Надежда Васильевна, давай компрессы делать, то другое. Да все целое. Опускаю руку, как будто кто-то отрезает вот так. А у меня у отца вот так руки не было с фронта. Ну, там культяпочка такая. Как он с одной рукой. 10 ребятишек. Их 12 было у нас. Вот а все, когда к себе примеришь, да никакой болезни нету. Я не слышу. А что это? Не слышу, да не слышу. Тем более сегодня сочельник крещенский. Вот такое дело. Вон они сидят. Сейчас будут они любоваться, я их поснимаю, как он ее целует и топчет. Самый хулиганец это петух. Бежит за курицей и говорит, не догоню, да хоть согреюсь. Вот. Гусь там тоже гогочит, гогочит. А это именно ее за клюв берет и целует, ухаживает. Перышки ей разглаживает. А она к нему идет. Вот они. Сейчас маленько погодя, они могут начать любоваться. Вот они начинают когда обихаживать. То есть у них там где-то душистые флакончики под крыльями-то. И они свой запах дают. Все. Это уже явно уже начинает красить брови. Все. Сейчас она должна подойти к нему. Ох ты. Стряхнуться хоть маленько-то от семейной жизни. Там ребятишки. Сейчас она сядет. Маленько погодя сядет. Вот они. Все. Начинается. Это любовь. Вот она ищет его. Ты сейчас залез-ка потихоньку сюда, кверху. Вот сюда. На стул. Скорее. Там сейчас будет потихоньку. Давай. Он топтать будет. Смотри, дальше снимай. Я буду это. Вот он, когда ко мне прилетел, сел там у творила, где залетают голуби-то. Я иду, он мимо взлетит. Тогда я палку шестом поставил рядом. Как он только к голубям туда зашел, я начал палкой там этим, с тряпочкой-то шевелить. И он уже никак не мог вылететь-то. Я тогда скорее, это он направляется, пятится так. Вот, ну, конечно, надо в туалет сходить перед важной работой, напряженная работа предстоит, вагон угля разгрузить. Вот, все это маленько не получилось, они, странно, что ты рядом стоишь. Это смутило, если бы ты был на земле, этого бы не было. Но они могут сейчас это привыкнуть, а и снизу-то ничего не видать. Эти как грудь-то у них отливают. Вот так. Вот они так. Дикари, совершенно дикари, с улицы пойманные. Привыкли, каждый день слушают наши молитвы, он ворковать начинает. И главное, первый день, когда его принес, она уже была, обжилась. Я гляжу, он ее бьет, гоняет, я даже не понял-то. Гоняет, она не знает, куда спрятаться. Я его взял и говорю, ты смотри, не дури. А это у них так, если она ему нравится, он ее гоняет и гоняет, пока она не ляжет под него. Ну и вот, и на другой день прошел, все, тишина наступила. Гляжу, а она уже с ним рядом. Вот так. Вот они где у меня. Ну, не получилось. Маленько поцеловались, мы спугнули их. Видишь, что там у них? Что это? Скорлупа надавленная. Ей как раз это надо. Глина, песок, соль. Ну и от штукатурки немного надавил там. Вот так.
А даю им обыкновенная пшеница, отходы пшеницы, с горохом лущеным, дробленые и семечки подсолнечные. Можно было бы конопляное семя давать, там льняное, но у меня ничего этого нету. Да и так они хорошенькие. Видишь, какая она поменьше, вот сюда поближе. Вот, миниатюрная такая. Вот. Интересно наблюдать за ними. У злого человека голуби не водятся. Вот это один из критерий. Те, которые меня на меня нападают, на мою деятельность. Ну, пусть кто-то выйдет и скажет, покажет голубей. Я показываю на всех голубятнях. Вот там были, там примерно в мешках повешено 600 килограмм. 600 килограмм, чтобы мыши не достали. Там на большой голубятне. Две голубятни. Вторая специальная, сюрреалистичное сооружение, 9,60 высотой. Сколько работы? У меня 6 пород только было, всякие разные. И бакинские, и черные, краснодарские, и стрижовые называю, и бантастые, вот шалевые. Но тебе не летают так, для красоты только держишь. Вот они как. Видите, это все очень интересно. Повторяю, статья очень большая, написала Наталья Сохарева, она получила губернаторскую премию, ну, то есть талантливая такая считается, журналистка. Она в Потеряевке была не один раз. И статью написала не про нас, про других голубятников в Алтайском крае. Познакомилась, какие голуби, как звать, даже больной какой-то. Говорит, я схожу к голубям, ты говоришь, ты мне ну легче со здоровьем-то, потихонечку. Вот. И статья «Разворот», кажется, была на одной стороне, на другой крупно написано. У злого человека голуби не водятся. Не водятся. Я стал припоминать даже в лагере, которые были, ухаживали. Это какие-то люди особые. Он с чем-то, у него какая-то статья такая, ну, нарочнишная, прям буквально. Что-то хранил, не отдал там или, ну, не пакостная. И ему доверяется, он там прямо в СИЗО, в монастырь я был тут. И голубей держит, он ухаживает. Ко мне приходит другой раз, привезли в коробке голубей. Я говорю, так у меня хватает, ну возьмите. У нас товарищ погиб в Афганистане. Он вроде голубей держал. Так вот мы достали голубей, чтобы подарить, чтобы память совершить. Видите как? Я гляжу в окно. Пожилой человек, ну лет 75. Дедушка уже. И бабушка такая же. Стоят, голову кверху смотрят. Я вышел. Вы что-то ищете? Да. Голубей-то, видно, держать уже он не может. Или мало у него. Так увидели у вас крестовина, на которую голуби садятся. Так мы зашли полюбоваться. Другой раз приходят совершенно незнакомые люди. А к вам голубь такой не залетал. Я вот рассказываю, у меня нужда будет. Я волка ноги кормят. Детский лагерь открываю. Нужна какая-то тара там увозить, от мышей сохранять. Ну и немножко у нас спирт. Это хотя бы одна бутылка. Ну, там примочки сделать ребенок когда. Я пришел на ликероводочный завод Пальталер Роберт Робертович. А у него какой-то мужчина сидит. Ну, я сижу пока прямо в кабинете. Секретарь меня провела, мы хорошо знакомы. Он хороший, сейчас он вице-губернатор Горного Алтая. Вот. А тот, который рядом сидит, ему и говорит, ой, каких я голубей привез, говорит, с юга. Голубь пропал, нигде нету, улетел. А у меня только что прилетел несколько дней назад. Я говорю, а какой? Он говорит, да красный такой, небольшого роста. Я говорю, так у меня такой прилетел. Да вы что? А вы не могли его показать? Да покажу. Ну, на машину сюда. Он предприниматель, важный человек такой. Там такое производство, сыновья у него такие рослые. Все. Ну, я вот зашел к себе, поймал. Так это мой. Ну, твой, так бери. Да я так не оставлю. Я вам сейчас привезу таких голубей, каких у вас нету. Ну и правда, опять на машине. Машина там какая-то огромная, легковая. И привез они за 4 или 6 голубей. Молодые, говорят, все, они легко привьются здесь. Ну, они-то у него там в теплом помещении, а у меня-то им, как один сказал, кто у вас, говорит, освенцем для голубей на улице. Ну, он побыл маленький, дня через 3 прошел, а он уже здесь женился, этот голубь-то у меня. Он все как-то мыркает, воркует не так, и одна голубка с ним согласилась быть, белая-то. И вдруг она сидит одна в гнезде, его нету. Ну, я всегда захожу, с голубями здороваюсь, Христос воскрес, скажу, и говорю, как дела, они голову на бока так всегда смотрят. Прошло несколько дней, там, я не знаю сколько, этот голубь мой прилетел. Прилетел, немного погодя, хозяин этот, которому я отдал, говорит, у меня голубь улетел, уж случайно нет, я говорю, есть. Вы посмотрели, что там делается. Он залетел в гнездо,
И он перед голубкой голову наклонил, а она его всего общипывает, как бы, голову везде. А он под ней бурчит, там, песни поет, серенады свои. Я отдал, до того жалко. Я говорю, ну, смотрите, Владимир Иванович, если Криворотов фамилия, если улетит, то больше не приходите. Я не могу смотреть на такое расстройство, семейная жизнь рушится, и как ее трудно восстанавливать. И развод не предусмотрен. Голуби, они, моногамные. Ну и правда, прошла неделя, он снова ко мне прилетел. Как-то не снял. И тот уже больше не пришел. А для лагеря помогал, чем мог всегда. Очень хороший человек. Ну вот такое дело. Даже про голубей. А когда разговаривали, один раз было тоже, они говорят, голубятники, а мы вас выведем на хороших предпринимателей, они помогут мукой. Другой говорит, вермишелью, еще. Через голубей. И такие вот знакомились с кем, точно такие же люди. И вот с этим Спальталером ко мне приехал сюда во двор, ходим. Ну, я знаю, что он ликероводочный. У него, кажется, 148, что ли, грамот висит, какую хорошую водку готовит там. Вино и прочее это. Я говорю, делом заниматься надо-то, а вы людей-то отравляете. Да вы что? Да я Баварин, это мэр города. Казну городскую направляю. Я говорю, ты городское кладбище наполняешь. А нет. Да мне одна бабушка об этом говорила. Я говорю, вот ты знаешь что? Продавал бы лучше воду, чем водку-то. Ну, я в деревню уехала, а он здесь у меня по двору, гуляли мы. Вот я возвращаюсь, когда звоню, я говорю, а его нету. Его, говорит, сняли и поставили начальником водоканала. А потом с ним разговаривали, говорит, вот вы меня напророчили. Меня, говорит, на воду убрали. Я ему сказал так. А потом его вице-мэром сделали Горного Алтая. Это из-за голубей, и все, вот говорю. Так сколько таких историй могу рассказать? Только лично я, со мной бывшая. Вот они как ходят. Смотри, какие. А грудь-то как блестит. Вот так. Ты чуть неаккуратно шевельнулся. Сейчас он, там голубята сидят. Они уже не боятся за них. Стали вылетать. Вот все ищет. Вот оно какое дело. Понимаете, обыкновенные голуби, ничего нету, дикари, ничего, не породистый, так и я сам не породистый. Что спрашивать-то? Мне интересно, я все попутно рассказываю, очень нравятся собаки восточноевропейские, а отец-то держал кавказские овчарки, волкодавы-то, а эти такие стройные, восточноевропейские или немецкая, немецкая маленькая, пониже, ну это одна и та же порода. А мне хочется, чтобы была она не норма, но вот у суйки в холке, в передней холке, вот где лапа у нее здесь, было, чтобы не больше 68 сантиметров, а у кобеля 72 сантиметра. Ну, норматив. А я достал такого, у нее 78. Это огромный, ну тоже породистый-то. Ну теперь где? Я его узнал, узнать-то узнал, а как? Ну, тогда была Сабина Марковна, вот Абакума, кажется, наверное, еврейка она была. И она начальник, или как сказать, ректор этого клуба была, собаководство. И она мне посодействовала. Хорошая женщина, ребятишки у нее такие замечательные. И она помогла мне достать, кто-то продает, говорит, одного кобелька, говорит, он не совсем породистый-то. А я еще ничего не разбирался, гляжу, он такой, уши торчат, а уши стоят топориком, да для меня это нету. Ну, я его взял, там, дам, не знаю сколько, рублей 30, и банку меду. Отвез, мама дала, мама пошел, видите, падает, как видите, вот так, спустился туда. Сейчас он их кормить будет, можно даже посмотреть. Ну, еще полетишь-то, я тебя трогать не буду. Вот он там толкется потихоньку. Ну, сейчас не пойдет. Есть такая, я считал, народность, которая никогда не обедает, если кто смотрит, у них табу на это. Так у него табу, когда смотришь, я где-то крадучи на него смотрю. И она дала мне этого, ему 4 месяца было. Я пошел сразу книжку купил, одну, вторую, познакомился с пограничниками, в уголовный розыск, где идет. То есть, мгновенно все это стал заниматься, какие породы. И вот ему было, не помню, 6 месяцев, кажется. Его в уголовном розыске, где работа идет, уголовный розыск с клубом был соединен. Его назвали знаменитый Рекс. У него хвостик, правда, не доставал, маленькая, да, где нога. Перелом ноги до колена-то. Ну, мужик один сразу сзади шел и говорит, у вас собачка-то не чистопородная-то. Ну, какая бы разница? Чистопородная, не чистопородная. А какие дела-то он делает? А все равно мне хотелось, чтобы сказали, чистопородная. Это уже лет 40 назад, наверное, было. И вот показывают,
когда сейчас вот берут там какую-то деталь вот такую вот, у собаки перед носом шоркает, шоркает, а потом мы сказали, да смешно даже. У нас это не так было. А вот где-то прошел человек, часа через два вызывает, я должен найти след. Какой след? По вещи. Найти, бежать, он где-то прячется, речушка там два раза пересек. Я должен все распутать, бежит по кладбищу. Собака должна быть абсолютно послушная, злобная и добрая одновременно. Злобная на противника, чтобы никто не подошел. Вот я как с ним занимался, и он беспородный, явно, что беспородный. Так как только нужно где-то показать, как умеют собаки работать, меня сразу вызывают. Интересно, они собак подсаживали в ювелирный магазин, и за мной приезжали ну, два раза в день. Привезти, утром рано отвезти, а вечером опять сажать. Платили деньги, питание, это она сидит. Ну, никого нет, она сидит там и просто. Но тренировки все время идут. И однажды я, не знаю, разбили витрину там большим кирпичом или булыжником. И туда она как услышала, она там дальше была в коридоре, как она вырвалась, и они ничего не могли. Но сигнализация сработала, милиция приехала, ничего не могут. Они фанеры заложили окно и держат. Ко мне на дом, а соседи говорят, его нет, а где он? Так, где? Да в субботу же сегодня, да в церкви, он в храме. У нас Покровский собор. Но они пришли меня помаленьку, когда дергают, я не оборачиваюсь. А тут прям насильно тянут, я обернулся, милиция. Вот тебе, надо, думаю, в церкви меня забирать пришли. А уже я там побывал, уже знаю, как это. Вышел, в чем дело? Разбита витрина. Собаку мы не можем никак, продавщица не может войти туда, посмотреть. Нужно сейчас посмотреть, что пропало или не пропало. Но меня отвезли, она зашла, ничего не пропало. То есть собака себя оправдала. Собака – это большое дело. Голубь – это так, баловство. Баловство для красоты, для спокойствия. Вот бывает иногда, люди приходят, ребятишки, мы туда экскурсию делаем, на голубятню лезут, а не было как. Это все в интернете у нас стоит. Это я вот насчет этих голубей говорю как. Это в человеке заложено от Бога. Если ты не любишь, вот не любишь, вот я сестра старообрядка, когда. Я спрашиваю, скажи, ты узнай у своих там новосибирских старообрядцев, кто-нибудь держит голубей или нет? А если не знает, где-нибудь в городе, она больше года прошло, везде спрашивает, ни один старообрядец нигде голубей не держит. Ну вот доказано тебе, что у злого человека, я говорю, да что они злые? Я тебе рассказываю, нету. И наконец нашли где-то в Красноярске. Я говорю, ну узнать поближе, познакомиться. Может быть, он недавно пришел из Никоньян. Это Никоньянами называют православные. И правда. Он недавно, полгода пришел, пришел-то с голубями уже. Она говорит, у нас когда строили тут храм, а голуби-то дикие прилетают, так наши старики кирпичами в них кидали, чтобы не были. То есть нету. Это в человеке. Голубь – это определитель отношения вообще ко всему и к человеку. Это не мною сказано. Почему Бог его избрал? Из всех птиц на земле Бог избрал только голубицу. Ездра говорит. Вот, Дух Святой явился в виде голубя. Почему не в виде там, какого-то павлина или что сказать такое красивое? Голубь это, она такая, птица-то нечистоплотная. У нее она никуда выносит из-под детишек, они где оправляются рядом. И наконец она сидит из этого, из помета гнездо все. Если коршуненок я держал, так он в гнезде повернется задом, и метра на 2,5 у него летит дальше. Он как стреляет, и у него вообще чисто, только на листиках можно найти помет белый. Вот это все нужно как бы увидеть, понять. Голубь – это здорово. Вот кто меня слушает, помогите мне найти из моих, кто нападает, разные обличители, там, из каких-то епархий, цензоры. Ну, их видно, как они отзываются. Найдите одного хотя бы мне, кто держит голубей. Мы сразу с ним сроднимся. Потому что мы не можем по-разному относиться к голубям, если он любит. Я показываю, вот. А куда делаете много? Много, когда режем, как положено, как показываю, я сделал селекцию, как уток куда девают, куда гусей девают. Так и голубей держат для мяса. Мясные породы в Египте, они фаршированные, бывают обжаренные, очень дорогие. Вот. А эти, которые живут здесь, я их выпущу. У них на ногах я сделал, пришил красные тряпочки, то есть окольцевал, и они полетят. Вот он. Вот так. Все, однако. Сейчас я посмотрю. Он засел. Все, греет их. Видно, что, видимо, холодновато им. И он греет. Вот и все. Все? Да. Покажи.